Сиреньгольском районе будет открыто новое цементное производство. Соответствующее соглашение с китайской корпорацией «Конч» было подписано еще в 2015 году. Ожидается, что общий объем инвестиций в завод составит около 300 миллионов долларов. На предприятии создадут несколько сотен рабочих мест. Все это позволит развиваться Сиреньгольскому району. Однако, несмотря на видимые выгоды, не все согласны с строительством нового завода. Как всегда, что пугает людей? Людей пугает неизвестность, да? Какое-то свое представление. Они рисуют в себе в мыслях какие-то там краски и уже делают свои выводы. Мы встречались с вашими земляками буквально на прошлой неделе, что мы только не услышали. И, к сожалению, зачастую опять люди становятся жертвами не объективного подхода, а каких-то личных интересов. Для того, чтобы развеять сомнения и сформировать подход объективный, была составлена делегация Сиреньгольского района на одной из цементных предприятий корпорации в провинции Аньхой. В ее состав вошли предприниматели, работники образования и здравоохранения, пенсионеры. Они воочию смогли убедиться, что экологии ничего не угрожает. Были сильно удивлены экологичности этих предприятий. То есть, вспоминая наш завод в Новоульяновске, где на подъезде к повороту уже было ясно, что есть какое-то предприятие цемент, то на заводе можно было проходить, видеть чистую воду, чистую траву, пальмы, деревья, цветущие фруктовые деревья, делали записи. Ну, были сильно удивлены, что ни мусора, никакой пыли, никакого цемента там, ну, просто рядом нет. В составе делегации были профессиональные экологи. Они не только изучали состояние завода, но и пытались донести некоторые предложения. Нужно руководствоваться нашими нормативными документами. Они со мной согласились. Я считаю, что вот в плане подготовки всего этого процесса это самая большая моя удача. В вопросе строительства завода будут учитываться мнения всех жителей района и искаться компромиссный вариант, который сможет всех устроить. Именно для этого проект делают максимально открытым. С этим согласна как российская, так и китайская страна. Егор Титов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.